Уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые делегаты Генеральной Ассамблеи, дамы и господа, приветствую вас и прежде всего хочу пожелать успехов в вашей важной работе, востребованной миллионами людей планеты. Способствуя развитию туризма, вы помогаете укреплять гуманитарные и экономические связи между государствами, открывать новые возможности для общения и дружбы между гражданами разных стран. Сессия Генеральной Ассамблеи впервые проходит в России. И символично, что местом ее проведения стал Санкт-Петербург. Город, в который стремятся приехать люди со всего света. И он, как и вся наша страна, всегда широко и радушно принимает гостей. По праву принадлежит к самым красивым и гостеприимным туристическим столицам мира. Здесь исторически переплелись многие культуры и эпохи, жанры и направления искусства. Россия обладает огромным туристическим потенциалом. Хорошо известна природная красота наших регионов, их культурное многообразие. Для нас важно многократно усилить социально-экономическую отдачу от туризма. Это и налоговые поступления, и новые рабочие места, развитие образования и предпринимательства, решение экологических, инфраструктурных вопросов. Нашу страну только за последние 5 лет посетили более 125 миллионов иностранных туристов. Это результат нашей последовательной работы по развитию туриндустрии. И, конечно, важную роль здесь сыграли крупнейшие международные мероприятия. Зимние Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, фестиваль молодежи и студентов, студенческие универсиады. Вы знаете, что все они прошли на самом высоком уровне. Оставили у наших гостей прекрасные впечатления о России как об открытой, приветливой, дружелюбной, современной и комфортной стране. Мы будем еще более эффективно оказывать этой отрасли государственную поддержку, укреплять конкурентоспособность туристического рынка, внедрять самые передовые сервисы, созвучные прорывной технологической цифровой эпохе. Так в России в числе первых активно внедряются электронные визы, оформить которые можно дистанционно, быстро и без лишних формальностей. Мы открыты для обмена интересными идеями и предложениями, готовы и стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству. Вы обязательно почувствуете здесь, на Ассамблее, в процессе обстоятельного диалога, где делегаты, эксперты и специалисты поделятся своим видением перспектив российской и глобальной туристической отрасли. Рассчитываем, что вы поддержите заявку России на проведение Всемирного дня туризма в 2022 году, а также открытие у нас Международного центра туризма под эгидой Всемирной туристической организации. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго.